возвратные глаголы с аккузатив. До сих пор вы еще не имели дела с возвратными глаголами. То есть, конечно, в русском языке сколько угодно. Тут и умываться, и одеваться, и радоваться, и выкаблучиваться. Возвратные глаголы есть и в немецком языке. По значению они отличаются от простых глаголов так же, как и русские возвратные глаголы. Например, waschen означает мыть, стирать, а sich waschen – умываться, мыться. Таким образом, в возвратных глаголах действие направлено на самого говорящего. В инфинитиве такие глаголы можно узнать по возвратному местоимению sich. Sich informieren – sich freuen. Местоимение sich – себя. Мы видим помимо инфинитива также в третьем лице единственного и множественного числа во всех его формах. Он, она, оно, они и вы. В остальных лицах при спряжении sich трансформируется в соответствующие личные местоимения в винительном падеже. Ich – mich, du – dich, er, sie, es – sich, wir – uns, ihr – euch, sie, sie – sich. Внимание! Возвратные глаголы могут быть с возвратным местоимением не только в аккузатив «меня», но и в датив «мне». Но об этом мы расскажем в следующий раз. Порядок слов в предложениях с возвратными глаголами. Запомните главное правило. Местоимение «sich» всегда стремится к подлежащему. Если подлежащее выражено существительным, то возвратное местоимение стоит после изменяемой части сказуемого. Jetzt interessieren sich alle Studenten für dieses Problem. Сейчас все студенты интересуются этой проблемой. Если подлежащее выражено личным местоимением, то оно стоит сразу за сказуемым, а возвратное местоимение ставится уже после личного. Jetzt interessieren Sie sich für dieses Problem. Сейчас они интересуются этой проблемой. Будьте особенно внимательны, когда возвратный глагол выступает вторым глаголом в предложении, например, в предложениях с модальными глаголами. Тогда этот глагол в форме инфинитива окажется у вас в самом конце предложения, образуя рамку, а sich, как мы уже сказали, будет всегда стремиться к подлежащему. Wie kannst du dich nur für diesen langweiligen Film interessieren? И как ты только можешь интересоваться этим скучным фильмом? Управление возвратных глаголов. Entschuldigst du dich bei mir? Ты извинишься передо мной? Seit seiner Kindheit interessiert sich für Biologie. С самого детства он интересуется биологией. Heute muss ich mich mit meinem Freund aus Deutschland treffen. Сегодня я должен встретиться с другом из Германии. Bitte setzen Sie sich an den Tisch. Пожалуйста, садитесь за стол. Спасибо за внимание. Danke.